Мне нравятся женщины, которые сами рожают. Я быстрее. Сейчас да выебываюсь, по-моему, да? Да, пошел ты, ладно. Не хочу я в Скорпионе. Хочется экзотики. А мы с Серегой играем, если на последний бой сразу хардкор. А, Серега? Ну да. Я и смотрю, да. Я смотрю хардкор, блин, сразу китаны тут, блин. Мы сразу, я китану беру, он своего чужого. Я чужого, блин. Я сразу говорю, Серега, хардкор. Какой там хардкор. Ну я и вижу, что и чужого он ни разу не брал. А вот ты китану уже второй раз берешь. Он чужим-то играет хорошо. Нет, я не понял. Нет, я не про это. Я говорю то, что он-то еще ни разу чужого не взял свой хардкор, а ты уже свою хардкорку уже третий раз берешь. Нет, ты что, я первый раз ее беру. Сейчас первый раз. Первый раз. Там Серега играл за китану, я Милина играл. До этого. Я летаю, я не понимаю, почему так быстро я любовь к тебе теряю. О, там плюса! Там плюса! Там духуя плюсов! Что делать? Что делать? Задроты! 170 сил, блин, что мне делать, блин? 4 секунды задержка, блин, да, все, я бандит. Хоть бы с такой задержкой что-нибудь другое взял бы, ну. Ты. А, о! Он успевает телепорт мой перебить два раза, блин, в бок. Потому что, блин, эти... Да, у тебя не буду. Я вот такой чудовище, да. И не буду я прыгать, Тычка, тычка, пока тычка. А вот, ну, понятно. Да, я мудак, не похуй. Какой я мудак, блин? Какого хера? Мудак, ты попробуй угадай тут. Четверть секунды задержки, блин, что он там делает. Я сейчас на тебя посмотрю. Легко. Вообще легко. И как, и кто тут еще будет мудак? Я сразу смотрю, что это будет по-любому расстояние, надо будет держаться чуть подальше. А с Жеки надо только впритык идти, вплотную. Ага. Что такое, не успевай?
Вот и все. Дизис, я тогда до тебя дораться не мог. У тебя FIFA 19, какое издание? Тебе надо обновление на Ultimate Edition? Да я тебе ключ активации могу дать. Я не играю в FIFA вообще, я купил PlayStation 4 Pro. Вот. У меня в комплекте игра FIFA 19 на диске. И ключ обновления до Ultimate Edition. Я могу тебе код активации дать, потому что я не играю в FIFA вообще, я его даже не запускал. Я собираюсь этот диск потом поменять, либо продать. А ключ активации могу тебе дать, потому что я смотрел, ты играешь в FIFA. Ну а сейчас снесут меня, да я диск вытащу, да и скину тебе в сообщение ключ активации. Она с этой с приставкой шла, я свою слимку-то продал, прошку купил. Ох, я забыл про эту штуку. Забыл. Вадим, не кричи. Да я вообще не понимаю, что он делает там, блин. Кто-то прыгает, скачет, долбит. Блин. Псих. Я думал, Игорь взял его, потом строится ты. Так, сейчас я. Сифу человеку отправь. Да, 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 да. Сейчас я отправлю. Я уже диск достал.
Ну а ты псих, Серега. Надо что-то с тобой делать. Убивать меня надо. Ага. Просто блочь. Блять, из отмены на захват, блять. Зачем стримить отмены на захват? Сколько это головы? Делай отмену, блядь. Дизи, смотри. А я ничего не умею, блин. Что мне делать за лузу стоит, если ничего не умею, я даже отмены не умею делать. Че, Саня, пришло? Опять он бомбанул, да ёбаный. Опять бомбанул. Ой, заебал. Я ж думал, сейчас он. Я думал, сейчас он свалит, он, и в итоге он все-таки свалил. Опять бомбанул. Я слышал, ноет, заебать, ну сейчас точно свалит. Ну. Ой, блин. Это же игра, ё-моё. Чё такого тут? Не знаю. Чё, Дизи, все получил? Ну все, теперь дизель заряженный. Так, блин. Джонни Кейдж. Чё это? Свингер и Пеппа, да? Свингер Пеппа. Свингер Пеппа, блядь. Антонио Берлусконио, как всегда. Теперь пьи пальчики. Тебя еду. Не знаю. Надюша, вы что там лопаете, сын? Печенюхины, что ли? А картофан кто будет есть? Я, что ли? Пять мне за вас отбивать. О, два китайских початка будут драться, да. Сейчас. Мне тут Кунлау один попался, такой тип. Он меня так ебашил. Я просто геймпад просто положил и сидел, смотрел на эту красоту, как он играет за Кунлау. На анимацию, да? Да, я записал, он играет... Ну? Он, короче, играет за этого вариацию фокус со шляпой. А-а-а. Не Део какой-то, как его там? Плей что-то там.
Хорош. Я сейчас у Кунлау разучился играть. Макс, оверхедов делай. Да я его иной раз забываю делать этот назад два, блин. Да. О, хорошо. Вот это было красиво, конечно. Это, просто да? Догнал меня сзади. Жесть вообще. Что это такое? Эд Бун сломал игру нахер. Хорош, вот это влез четко сейчас. Да, вот это было круто. А там есть такая дыра вообще, ну в нее да. Сложно влезти, но я смог. Я красавчик. Смог. А у тебя выбора не было. Тут надо было стопудово влезать. Я буду Рейденом из Mortal Kombat 11. 11? Да. Что там есть какая-нибудь фифа новая, Макс? А? Фифа какая-нибудь новая. Инфа? Ага. Ну, знаешь, что стрим состоится через 4 дня, и там эти новые выложили скриншоты. О. Там в основном нормально. Скорпион фигурирует, Рейден и Шалкан. Ага. О. Ну да, на них же сейчас все акцентировали, все внимание. Как давно я за него не играл. Мы заметили. Боль. Я вечно дробую эту комбинацию в углу, когда мне надо делать бруталити. Короче, когда я Mortal Kombat запускаю, Серега, у меня тут запускается режим суперсэмплинга. То есть что такое? То есть в тех играх, в которых FPS проседал, он типа не будет проседать. Ой, ё-моё, хера себе. Вот эта функция, блядь, полезная.
Так. Ох-ох-ох-ох-ох, ну чё, кого взять? Я тоже понимаю, что ты думаешь. Никого не охота брать, все заебали. Да, да, да. Это точно. И все равно играть хочется. Но вот сейчас хотел постримить этот Red Dead Redemption 2 и в итоге в Mortal зашел. Неплохо. Ну кого ты решил развести этой комбой? Скажи, а вдруг, да? Ну мало ли повезет, ну. Кто это там? Игорюха пришел? Да не, у меня кошка орет. Заткнись, блядь, заебала ты меня уже. Ты поди, я не... Ты поди, ты ее кормишь хоть? Что-то чуется голос такой поникший. Блин, перехватил. Да ты посмотри. Чего, блядь? Диндон. Ах, по батарейкам. По батарейкам прям. Разбил мои ядерные дюраселлы. Да, Мурзик? Сходи вон к Максу в гости, у него кошка орёт. Да у меня тут кошка и кот. Кот к ней подкатывает, а она ему не дает. По видимым причинам. Антоша, на пробел нажми. Молодец. Откуда ты знаешь, что это пробел? Уже меньше 100 дней осталось до выхода игры. У меня счетчик-то там тикает на предзаказе. Да-да. Я когда предзаказ на God of War делал, тоже счетчик тикал, поглядывал. Так а вот... потом резко хуяк Роскомнадзор нахуй все заблокировал. У меня только игра скачалась, а играть не могу нахуй. Да не пидорасы его. Так обидно, блядь, было. Wins.
выбросило из тусовки, типа, из-за какой-то ошибки. Насилуем. Мы думали, ты бомбанул, вышел. Ну, сейчас. Прошли все времена. Ты... Давно я не играл именно в этом стиле Криомансер. Ох, ё-моё, еще лучше. Ох, чувствую, сейчас кому-то полную жопу и не натолкаю. Ну, это буду я, блядь, походу, сейчас Макс моему роботу-то садит пару сосулек на. Я знал, что ты знал, что я знал. Йо. Он вообще нихуя не дает делать. Успокойся! Батя, у меня аж на телевизор отключился. Да ну. Сам сто раз так делал точно. Ты смотри, что он вытворяет, а. Я даже вылезти оттуда, блядь, не могу. Натолкали тебя полную жопу ине. Сосулин, блядь. Смотри, как давно за саба не играл, блин, а пальчики-то помнят. Ну так, еще бы. Ну я за него 3000 боев наиграл, как-никак. О, нихуя, это много. Давай. Давай, как говорится, порви ему жопу пальцем, ну. Наверное. Я не утверждаю, да? То холодный, то горячий, то висячий, то стоячий. Я три буквы назову в середине букву АУ, да? Что такое, блин? Горыныч. О, он, прикинь, под этим, под огнем попал. Ледянка. Покушал? Да. Вот это живот, как у меня. Спокойно. Вот это поворот. Антонио Берлускони, ты-то ешь нормально? Все, что съел. Сейчас я тоже с пацаном играл, выиграл его 15 раз, он у меня 3. И такой сидит и говорит, да это просто везение у тебя. Я тебе, говорит, порву.
смешно. О! Давай, Горыныч, ты чё? Хуяй. На меня после так упали, я сломался на. Охуеть. Повезло, да, это везение. Повезло, это везение. А у меня тоже кто-нибудь, с кем-нибудь там играешь в онлайне, там один на один попадется. Играет, играет, проигрывает, проигрывает, потом... Блин, нифига ты как четко играешь, я говорю, я не умею играть, это просто везение. Мне ну, всегда везет. А ты, тебе... По сети играешь, тебе там не пишут, потом там маты на голову какие-нибудь. Пишут. Мне америкосы всегда пишут. Не, мне тут какой-то русский написал, не знаю. Он говорит, я тебя в следующий раз с выключенным телевизором выиграю. Ну да. Я говорю, ты с включенным-то, блядь, выиграть не можешь. Ты думал. Да, да, потный, конечно. Первый-то раунд ты вообще прям вытащил налегке. Да ладно. Ну это город-то я точно давно не играл. Я иногда, иногда кнопки путаю за него. Я походу еще и не ту взял, блядь. Конечно. Ох, ёпты. А? Сколько? 6 глаз. 3 катана. Блять, я точно я не тут. Тут тетенька. А мы с тобой, мама, сейчас поговорим. Мясо! А где бутылка-то? Да я забыл, как она делается. То ли вперед держать надо, то ли вниз. Я забыл. Ну что-то там удерживать надо. Это же захват, да, был? Это командный захват. Да, командный. Захват-то он тебя просто об землю долбит. Да, да. Антоша, чё, выключай своих свингеров, пепнул и ложись в баньки. Мама. Не, стой! Не так. Ты хотел выключить, совсем не надо. Вот так, эскейт. И теперь где мышка? Мышка где? В норке, да? Стащи её за хвост. Сюда, оп. Где здесь? Выбирай. Yeah.
Вот Макс, ты злодей, да? Взял и сбил. Очень. Очень. Ощина нам озлой. Подколодник выпирает их вровень. Я от того рот шатамбана. Не знаешь, кого взять? Ай, петушара вот это похуй. Ананист долбаный, а? Ананюга нана. Да. Что ты? Ай, пиздец, полный, бля. Возьми титанозавра, бля. Походу какой-то павлин без хвоста бегает, на. Началось, блин. Ну ёпти мать, бля. Сам увидал, что делает, слышу. А, нет! Да. Я вот не знаю, как эту штуку продолжать, а, вот, блядь, вроде через раз она получается. Хочешь победить меня моим же оружием, да? Ну, я тебя запомнил. Окей, Google. О, где Дизис? Где? А где Дизис, правда? Дизис?